Здравствуйте, Никита. Это видео про ваш одуванчик. Вот он наклеен на двусторонний скотч на мой тестовый объектив. Я его запрограммировал от 2 до 32. Почему до 32, вы увидите в моем письме из таблицы поправок. Фокусное расстояние 50 мм. Вот клей, упаковочка. Вот он сам одуванчик на моем тестовом объективе. Полностью запрограммированы, подготовлены к установочке. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Внутри упаковки с клеем находится зубочисточка для его нанесения. Все делайте по моей инструкции. Не лейте клей из тюбика, наносите совсем небольшое количество на обезжиренные поверхности объектива. И не забудьте обезжирить и объектив, и одуванчик. И одуванчик прослужит долго. Спасибо за внимание.